обратиться к Международному олимпийскому комитету с просьбой пересмотреть свое решение, так как своим решением они в первую очередь отбирают нашей молодежи мечту, к которой они стремятся, к которой движутся. Так, навсегда будет олимпийский. И мы бороться за борьбу! 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 Хотелось бы сказать огромное спасибо молодой гвардии за то, что в тот столь сложный час для нас она, молодая гвардия, с нами поддерживает такой один из сильнейших видов спорта, как борьба, которая, казалось бы, да, могут сами за себя постоять. Но ваша поддержка очень важна сегодня для нас. Поддержка всего, всей молодежи России, всего мира. Мы не одни. Нас все равно услышат. Это не простая акция. Эта акция говорит о том, что мы все знаем, что борьбой занимаются в основном это ребята из малообеспеченных семей, как бы трудно воспитуемых. Но это основная масса, да, как бы процентов соотношения. Поэтому вы и как бы поддерживая нас, чтобы сохранить этот вид спорта в программе Олимпийских игр, делаете такую социальную как бы задачу для нашей страны, сохранение, чтобы ребята учились, занимались спортом и не шлялись там, не употребляли наркотики, не баловались, не хулиганили, не совершали преступления. И если уберут борьбу, не дай бог, конечно, то заберут мечту стать олимпийским чемпионом. Мы не хотели бы увидеть политический аспект в том, что Международный олимпийский комитет хотел избавиться от борьбы исконно медальном виде спорта для России. Это спорт, которым могут заниматься ребята и в Москве, и в регионах, на Дальнем Востоке, на Кавказе. Это спорт, для которого нужно только татами, желание и сила. Altius Citius Fortius – это гимн и лозунг олимпийского движения, и борьбу здесь, и силу именно в этом олицетворяет борьба. Поэтому мы сегодня сказали, что мы будем бороться за борьбу и поддерживаем борьбу как олимпийский вид спорта.